Во-первых, поздравляю, уважаемые коллеги, с профессиональным днем юриста. Ну, я всегда как преподаватель, как учитель своим студентам говорил, в жизни человека есть три профессии. Это врач, учитель и юрист, который определяет и принимает участие в определении судьбы человека. Поэтому для меня и для вас, наверное, большая честь в этой жизни, выбрав профессии юриста и до сегодняшнего дня осуществляя свою деятельность, помогаем нуждающимся. Что касается в целом по сегодняшней повестке дня, хотел бы начать с того момента, когда буквально с 2019 года, когда мы активно начали сотрудничать с представительством Россотрудничества в Кыргызской Республике, и сразу же после среди стран СНГ заняли второе место после Российской Федерации, конечно, по правому диктанту, да, и это тоже был своего рода результат для нас. И в этом году мы планируем также активно принять участие, и для этой работы или для организации площадок для участия, значит, наших молодых юристов, вообще в целом тех лиц, которые заинтересованы принять участие, мы сейчас распространяем и создаем площадки на основе юридической клиники высших учебных заведений. У нас в ассоциации вовлечены более 15 вузов, это 15 вузов, где имеются юридические факультеты. Кроме того, кроме вузов, мы также сейчас проинформировали своих партнеров, своих, значит, партнеров неправительственных организаций, которые действуют на территории Кыргызской Республики. Что это даст? В прошлом году по охвату количества и по охвату количества правильных ответов, то, что Кыргызстан заняло второе место, это говорит о том, что все равно есть заинтересованность в определении, насколько даже, кстати, были участники, которые не являются юристами, да, то есть они хотели познать, насколько они владеют теми правовыми вещами, теми правовыми аспектами, которые, в принципе, может сталкиваться каждый гражданин. И здесь я бы хотел отметить важность этого события или правового диктанта, да, и то, что в этом году уже приобрел международный характер. Я думаю, всероссийского правового диктанта, я думаю и уверен, что в ближайшие 5 лет оно реально будет на таком международном высоком уровне. Что касается оказания правовой помощи, то уже имеем хорошие результаты с совместной работой непосредственно с правовым центром «Наше право», где возглавляет, значит, Светлана Валерьевна Борцова. И мы на основе меморандума сейчас сотрудничаем по оказанию юридической правовой помощи, значит, в Иркутской области, в городе Каракол. Непосредственно оказывают помощь наши, значит, клиницисты, выпускники клиник. Кстати, я даже сейчас могу такой, когда сидел, мне лозунг появился. Почему? Потому что там в основном активно действует у нас такой выпускник клиники Вячеслав. Своего рода лозунг «правовая помощь» или «юридическая помощь от соотечественника к соотечественнику». Вот так получилось на самом деле. И уже за короткий период времени они оказали достаточное количество юридической помощи. Ну и эти курсы, которые проводятся в рамках ассоциации юридических клиник, то мы уже в течение 5 лет, в основном основная, вторая параллельная деятельность – это повышение квалификации, это обучение молодых юристов и действующих юристов,
Также повышаем квалификацию, значит, сотрудников государственных органов. В этом году мы запускаем впервые новое направление, курс, оно называется курс по экспертизе НПА и их проектов. То есть непосредственно антикоррупционная экспертиза, гендерная экспертиза, экологическая экспертиза, куда мы приглашаем в качестве лекторов непосредственно через представительство Россотрудничества, представителей, юристов, опытных, маститых экспертов именно в данной области со стороны Российской Федерации. И здесь хотелось бы, воспользуясь случаем, хочу выразить опять же представительству Россотрудничества огромную благодарность за то, что как партнер, как та организация, с которой мы сотрудничаем, оказываете подобные содействия. И я надеюсь, что те юристы, которые работают в государственных органах, чья деятельность в той или иной степени связана с разработкой проектов НПА, они будут очень рады к открытию этого курса. Почему? Потому что, как говорится, в целом правовое государство, построение правового государства зависит от того, насколько мы качественных законов принимаем. И принятие качественных законов зависит от того, насколько наши сотрудники государственных органов компетентны в разработке и экспертизе. Тем более у нас вообще тема антикоррупционная, она очень актуальна, да, в связи с тем, что у нас вот даже последние события, которые произошли в течение 3 месяца. Я думаю, это всего лишь начало новых направлений совместно с представителями и партнерами Российской Федерации. Ну и мы заинтересованы наладить связь с другими юридическими компаниями, с другими неправительственными организациями, с другими учреждениями на территории Российской Федерации по вышеуказанным направлениям. Это обучение, это обмен опытом, это проведение совместных мероприятий и проектов, а также и отчасти научная сторона. И, наверное, на этом я завершу свое выступление. Может быть, нарушил регламент. Прошу прощения от модератора за то, что злоупотребляю своим временем, можно так сказать. Всем еще раз спасибо. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.